Поводом послужила прокурорская проверка, в ходе которой было выявлено, что питьевая вода, подаваемая в централизованную сеть муниципальным горводоканалом, в ноябре 2016-го не соответствовала требованиям Санпина. Расхождение было по нескольким показателям – органолептическим, санитарно-химическим и перманганатной окисляемости. В связи с этим орган местного самоуправления был обязан в силу действующего законодательства проинформировать население о том, что подаваемая питьевая вода небезопасна для употребления. Однако такая обязанность органа местного самоуправления не была выполнена, в связи с чем Межрайонной прокуратурой в адрес главы администрации вносилось представление с требованием об устранении указанных нарушений и информировании населения своевременно о случаях существенного ухудшения качества питьевой воды, подаваемой населению. Один из основных доводов Котласской межрайонной прокуратуры при подаче искового заявления в суд то, что ненадлежащее исполнение муниципальным образованием Котлас и муниципальным предприятием Горводоканал полномочий по обеспечению населения города качественной питьевой водой создает угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц.